давно хотела тебе сказать, что я тебя... Что? Еще не поздравил. С чем? Стихийное бедствие. То есть? Нам самим надо ставить сценку на Новый год. Что? Да. Елена Юрьевна в командировке, Дарья Ивановна в Ставрополе на РДШ, у Римы Акафьевны с расписанием, а у директора комиссия. Ответственным назначили Сапронова. Не может быть. Да, Ваня, я тебя вызывала. Скоро Новый год, и ты, как председатель совета старшеклассников, должен подготовить хорошее новогоднее представление. С тебя спрошу. Теперь на меня возложена великая миссия. Здравствуйте. Мне нужно объявить о совете старшеклассников. Да, пожалуйста. Совет старшеклассников приглашается в 38-й кабинет. Совет старшеклассников приглашается в 38-й кабинет. Совет старшеклассников приглашается в 38-й кабинет. Совет старшеклассников, заходите. Есть установка весело встретить Новый год. Это на нас накладывает и в то же время от нас многого требует. Запомните, мы должны мероприятие провести так, чтобы школа помнила об этом десятилетие, чтобы в городе о нас ходили слухи как о лучшей актерской труппе, которая когда-либо была в Минераловодском городском округе. Вы считаете, Крылова? Подготовить хорошее мероприятие – это дело не шуточное. Не беспокойтесь, Крылова. Я и сам шутить не люблю, и людям не там. Вы записываете это все? Да, Серафим Иванович, все записываю. Я лично продумал этот вопрос и считаю, что наш новогодний вечер нужно начинать так. На сцене, согласно русской традиции, стоит терем-теремок. У начальной школы возьмем. Часы бьют сколько им положено, и из терема выходит кто? Медведь! Дед Мороз? Нет. Выходит докладчик. Докладчик? Докладчик. Итак, коротенько, минут на 40, я думаю, больше не стоит. Задается выступление о столетии Октябрьской революции. Нет, решение стратегических задач. Как вы считаете, Ромашкина? Хорошо, это и серьезно, и в то же время как-то мобилизует. Вот. У нас с утренниками как-то туго получается. Что такое? Ну тут товарищ Крылова запланировала. Дед Мороз один, снежинки 30 единиц, Баба-Яга, коты в сапогах. Так. Так вот, коты, я знаю, где их взять. Где взять сапоги? Ну, урезать. Кого? Котов. А, справедливо. И вот насчет Бабы-Яги. Один вопрос. Где ее взять? Бабу-Ягу со стороны брать не будем, воспитаем в своем коллективе. Попытаемся. Вы очень хорошо все придумали, Серафим Иванович. Ребята, через час Серафим Иванович будет лично проверять номера концерта. Что вы точно на меня так смотрите? Серафим Иванович, вы гений. Некогда нам вздыхать, Тося. Нам лектора срочно надо. Я рад, что ты слышал. Послушай, ты же у нас круглый отличник. Последний пробник по физике написал на 100. Я вот что думаю. Ты же знаешь астрофизику? Проведи по ней лекцию. Я думаю, всем интересно будет порешать астрофизические задачи. Хорошо? Хорошо. Какие звезды!
Вот именно. Какая луна, какие звезды, как мы этим будем гражданскую позицию в людях воспитывать? Вы бы еще сюда зайцев пришили. Стоп. Вы вообще понимаете, что вы делаете? Танцуем. Я понимаю, танец вам еще можно простить. Но где форма? А что не так? Где юбка в клеточку? Где жилетка? Вы вообще где учитесь? Ну это современный танец. Вы учитесь в гимназии. Носите почетное звание гимназисток. Вы понимаете, что ногами в джинсах мы гимназиста не воспитаем. Так, танец переставить и одежду заменить. Все. Тося, нам меценаты предлагали картину взять. Слушай, она как раз для простенка подойдет. Между 19 и 20 кабинетом. Да. Вот, посмотрите, идеальное оформление. Только вот, я думаю, трибуны не хватает. И хорошенько бы, когда лектор выступает, будет поставить сюда юнармейцев со знаменами. Песня хорошая, но как-то, знаете, не чувствуется, что она родная. Поставьте что-нибудь наше, там, Калинку, я не знаю, может, Катюшу можно спеть, чтобы подъемное такое русское настроение было. В общем, понятно, да, Переса? Тут у нас театральная студия. Ты нам, конечно, подходишь. Оставайся у нас. У нас очень хорошо. Сверху золотой доллар. Да тут же одни прекрасные условия. Вот, посмотрите на наш театральный кружок. Что вы ставите? Августа у нас местная королева. Нет, не пойдет. Ну, слушайте, нам нужно что-то наше, русское. Поставьте какую-нибудь сказку народную, чтобы был наш Дед Мороз, был Терем-теремок обязательно. В общем, придумайте что-нибудь, я на вас надеюсь. Где этот оркестр? Совсем Иванович. Так, если их здесь нету, значит они выступать не будут. Серафим. Все. Нет, это больше терпеть нельзя. Звезды не те. Луна не подходит. Занавес не соответствует. Музыка не та. Они бы хотели теремок им нравиться. Ну а что ты? Да пусть сам все делает, сам играет, сам рисует. Сам танцует, сам поет. Ну, шутки-то шутками, а дальше этого терпеть нельзя. Я думаю, надо жаловаться на кофейни или на телемонтами. Почему? Да чтобы маленькие, чтобы жаловаться. А что ты предлагаешь? Надо самим найти выход из положения. А какой такой? Ну придумай что-нибудь. А что я могу придумать? Если ты сейчас ничего не придумаешь, вот... Я не знаю, что я сделаю.
нет? Да что такое? Что случилось? Слушай вас, Серафим Иванович. Пришлите срочно сюда механика. Да он же в город уехал за лампочками. Сказал, что часа через три будет. Приедь, я ему всыплю. Ну что стоите, зовите кого-нибудь. Эй, подойдет наконец кто-нибудь сюда. Так вот, Серафим Иванович, а? Серафим Иванович, я вам поесть принесла. Долго я еще буду здесь сидеть? Товарищ лектор, прошу вас, профессор, пожалуйста, проходите, познакомьтесь с художественным оформлением нашего буфета. Очень мило. Не выпить ли нам с вами чего-нибудь освежающего, например, чайку, в связи, так сказать, с наступающим? Так вот, для бодрого настроения. Что вы, голубчик, что вы, у меня же лекция. За успех вашей лекции и вообще за астрономию. Берите маски, берите маски! Лучшие маски карнавала! Внимание, товарищи, друзья! Скучать на нашем вечере нельзя! Поверьте, тот не сделает ошибки, кто нынче будет веселее всех! Да здравствуют веселые улыбки, да здравствует задорный звонкий смех! Заявляю, что за все, что здесь было, я лично никакой ответственности не несу.